Презентация музыкальных композиций, душевное общение и острые дискуссии. В гостях у радио BBC музыкант Олег Чебыкин и гитарист Владимир Ерин. Пришли не с пустыми руками, а с новыми композициями. Все из альбома «Романтика», выход которого планируется уже в сентябре. После распада некогда популярной приморской группы «Тандем» Олег Чубыкин начал сольную карьеру. Сейчас в портфолио музыканта 8 полноценных сборников авторских песен. Его последняя пластинка вышла в 2013 году. Мне нравится твой громкий смех. Я люблю, когда ты печальна. Еще один отмери в день. Ровно в пачку сигарет. Любовь владивостокского зрителя не случайна. Олег родился в приморском городе Арсеньев и свой творческий путь начал именно во Владивостоке. Кстати, приморской столице посвящено немало песен композитора. Слава богу, в последнее время я часто бываю во Владивостоке. И, например, в прошлом году я приезжал 3 раза с концертами. И вот теперь приехал в этот раз. И я так понимаю, что интерес публики не ослабевает, и ну, это приятно, приятно играть для публики, которая знает слова всех твоих песен. Можно, в принципе, просто доставать гитару и играть, а поют уже те, кто приходит на концерты. В последнее время Олега все чаще приглашают в кино в качестве композитора. Его музыка звучит в комедии Павла Руминова «Статус свободен», а песни, написанные для фильма Егора Баранова «Саранча», вылились в очередной студийный альбом Чубыкина «Музыка к фильму «Саранча». Words are silent, except for the words of love. Don't you know, the words are silent, words are silent. Певец признался, что старается следить за местными дарованиями, до сих пор скучает по Приморью и любит отдыхать в бухте Витязь. А во Владивостоке музыкант даст концерт в четверг, 24 мая. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, новости на 8.